Всем привет! С этого видео начнем серию уроков JavaScript для начинающих. JavaScript, или сокращенно JS, язык программирования, поддерживающий объектно-ориентированный и функциональный стили. JS – один из самых популярных языков программирования в мире. Сейчас сферы применения его достаточно широки. Его используют в браузере, на сервере, в мобильных и десктопных приложениях. JavaScript является реализацией языка ECMAScript, то есть ECMAScript – это спецификация для JS. Язык JavaScript появился в 1995 году. Изначально язык назывался LiveScript, но был переименован JavaScript. Обратите внимание, что языки Java и JavaScript – это разные языки программирования, и путать их не стоит. Хоть код для JS можно писать и в простом блокноте, все же лучше воспользоваться специальными программами. Я предпочитаю использовать Sublime Text и PHP Storm. Основные сайты-помощники, которые помогают мне в написании кода – это Developer Mozilla.org, LearnJavaScript.ru и, конечно, StackOverflow.com. На этом пока все. Увидимся в следующих видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все ссылки в описании.